Приветствую вас на своем канале. У меня радостная новость. Хочу показать, как восстанавливается моя гейхера. Вернее, даже не то, что восстанавливается, а иногда я так делаю. Когда мы весной рассаживаем гейхеры, мы убираем старый корень. Да, и на этом корешке мы иногда видим бусинки, завязываются новые деленочки, но они глубоко в земле, под землей, поэтому мы отрезали, убрали корень, выбросили, никогда не оставляем. В этом году и в прошлом году я вот эти вот, видите, вот он старый, старый, толстый, здоровый корень был, и на нем были маленькие деленочки. Я его прикопала, постаралась так, чтобы все деленки, вот эти вот маленькие, остались поверху, поставила под стаканчик пластиковый. Ну, постояла под стаканчиком 2 недели. Потом я убрала этот стаканчик. И вот смотрите, девочки, с корешка, который, в принципе, по идее, должен был быть выброшен у нас, так как они были такие еще без солнышка, без света, прозрачные эти деленочки были. Вот они, видите, у меня остались все сверху. Вот корешок, насколько я его углубила. И теперь у меня прекрасно 7 деленочек. Вот так вот иногда я спасаю. Не, даже не спасаю, потому что это не спасение, это просто основной куст остался, он почищен, он растет. А вот этот корень, который можно было выбросить, я не выбросила и получила в конечном итоге прекрасный кустик. У меня еще парочку таких есть, они сейчас на восстановлении. Я весной обязательно вам буду показывать теперь, как это все происходит. Вот еще раз покажу. Видите, старый корень. Старый корень, который мы срезали от взрослой гейхеры, который, по идее, мы должны были выбросить. Но на нем мы увидели бусинки бесцветные, таких бесцветных таких червячков, которые намекнули, что может быть жизнь. Мы его присадили, и в конечном итоге мы можем получить еще один кустик гейхеры.